Начинающий мастер стал лучшим в направлении сухое строительство и штукатурной работы. Всего в копилке кубанских школьников и студентов 9 наград. С успешным участием в соревнованиях ребят поздравил губернатор края Вениамин Кондратьев. Наши ребята, студенты кубанских колледжей и техникумов и одна школьница, завоевали призовые места в финале 6-го национального чемпионата WorldSkills в Южно-Сахалинске. Такие молодые, а уже профессионалы. Поздравляю! Серебро и бронзу ребята получили в таких компетенциях, например, как производство мебели, столярное дело, а также ремонт и обслуживание легковых автомобилей. Финал чемпионата проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа. Участники соревновались не только за медали, но и за возможность попасть в расширенный состав национальной сборной WorldSkills.